всем жить в нашей стране. И нашу страну необходимо нам с вами развивать. Для того, чтобы были возможности, Юль, и айфоны такие иметь, и друзей таких иметь, которые дарят. И желательно иметь друзей, которые ипотеку оплатят. Но самое главное — иметь возможности, которые сегодня есть. Когда я жил и работал 16 лет в шахте, таких возможностей даже и не было. Поэтому, коллеги, давайте за те возможности, которые у нас есть, давайте дорожить этими возможностями и развивать их дальше.